дальше на сцену. Да, я хотел рассказать вот про мужской набор. Сначала вот немного о себе тоже рассказать. Здесь вот мы, ну здесь вот я на дне тысячного велосипедиста был там. Микрофон поближе. Ну, получается, я веду активный образ жизни, стараюсь поддерживать. Здесь мы были на открытии офиса Бураева. Вот, тоже запечатлел. Юрий Цой мотоцикл. Здесь вот мы на дне тысячного велосипедиста тоже участвовал я. Здесь вот мастер-класс проводил. Ну, такой, в общем, интересный. Здесь мы ездили на это, на Еремель. Еремель покоряли. Как раз в прошлом мастерской, когда закрывали, я семи-мастер еще закрыл. Получается, в этот момент. На самой вершине там был очень сильный ветер такой. Это где? На Еремеле. Еремель покоряли. Башкирские горы. Да. Башкирии. Здесь вот мастер-класс мы проводим. С мужчинами тоже вот мой племянник. Здесь соседи их. Тоже с детьми тоже проводил. С племянниками. То есть для того, чтобы мастер-класс провести, тоже пришлось подготовиться. Там должен был Раиль ехать, он что-то не смог. Мне пришлось самому все изучить, подготовиться и самому проводить мастер-класс. То есть с первого раза сразу. Ну, вот этот Ирвин Кир набор тоже интересный. В общем, ну, самое первое, можно сказать, средство. Вот. Здесь еще... А, там еще есть, что я ношу с собой. Тоже интересно, можно посмотреть. Добрый вечер. Хочу показать, что я ношу с собой постоянно портфель Химохим. Для здоровья каждый день необходим. Витамин С. Я могу кому-то показать, дать попробовать. Для себя тоже. UV-крем. Для защиты от солнца с SPF 30. Уравниваем тон кожи. Хорошо, подготовлен. Солнцезащитный стик с SPF 50. И вот спрей для горла. Защищает горло. И еще самое главное, каталог, чтобы показать людям, какой у меня есть товар, какие, какая есть продукция в отеле. Благодарю за внимание. В машине, в общем, вожу, там вся машина забита товаром, ну как все, в пакетах там. Думал, сейчас кому-нибудь покажу, там в банк заезжаю, там. В банке уже начали зубную пасту покупать, щетки. Ну, как бы тоже там уже клиенты появляются, там третий раз уже покупают. Сейчас вот одна зарегистрировалась с банка. Тоже с банками работать будем, планируем. Здесь вот мы на мужском мастер-классе. Atomy Man, в общем. Я тоже там участвовал, но меня так не засняли, конечно. Мы вдвоем были. Но там еще мужчины были. Ну вот такой маленькой предыстория о себе. Здесь вот офис. А, это в Мисигуту офис мы открывали. Тоже я присутствовал. Помогал вот Руслану, вышестоящему спонсору.
Здесь много гостей. В общем, очень рад за него, что тоже так добился, молодец, старался. Конечно. Вот и про мужской набор ХОМ хотел рассказать. Восстанавливающий комплекс. Состоит из трех средств. В общем, рождает идеальную кожу без изъянов. Первое – это увлажненная кожа благодаря основным ингредиентам. Смесь аква, 5 видов гиалуроновой кислоты. Второе – это придает упругость коже благодаря успокаивающему комплексу органических свежих трав, придает здоровый вид кожи. Третье – не раздражает кожу благодаря щадящим ингредиентам и успокаивающие эффекты обладает. Также свежесть без чувства липкости, моментальное впитывание. Но здесь очень много трав также. Центелла, фенхель, алтей, ромашка, базилик. В общем, они все травы гиперувлажнения создают, защитный барьер кожи, успокаивают ее после бритья. Вот. Придают здоровый вид уставшей, тусклой кожи. Сам тоже попробовал, ну, вчера, но до этого тоже, в общем, заметил даже изменения сразу. Ну и что, в чем плюс, то что кожа не слишком липкая, как вот, когда фейм там нанесешь, там много всяких компонентов, то слишком много там вот фейм. А здесь, например, для мужчин очень так прилично. Ну и морщину убирает, в общем, хорошее свойство обладает. Легкая формула расслабляет мужскую кожу, разглаживая ее. Вот смотрите, какая приятная. Всем охота попробовать, наверное. И запах. Особенно запах еще такой древесный. Много там ароматов, да. Вот насчет ароматов, кстати, освежающие сладковатые ноты цитрусов, мандарин, апельсин, не надоедающие даже при ежедневном использовании. Разнообразные цветочные ноты и чистые древесные ноты пробуждают светлое освежающее чувство. Ну там верхние ноты, средние и базовые ноты. Апельсин, фрезия, лилия, мускус, янтарь. Ну это надо попробовать просто. Вы сами поймете, как это классно. Но это мужчинам. Ну а женщинам нравится, конечно, все. Как пахнет от мужчин. Приятно. Также здесь расскажем про тонер для мужчин. Ну, первое средство – это тонер. Во всех средствах, в основном в Атоме, оно начинается... Применение с более жидкого переходит на более густой вид. То есть здесь, например, тонер, он более жидкий, более жидкую консистенцию имеет. Глицерил, глюкозид увлажняет мужскую кожу, увлажнение изнутри. И в основном они все увлажняют, впитывают и убирают морщины. Здесь еще липковатая жидкая консистенция, увлажнение изнутри. Органические ингредиенты, не содержат этанол. В общем, как спрей лосьон после бритья, вот такой эффект имеет, очень приятный. Про эссенцию можно сказать, что средство питает и увлажняет кожу. Оно имеет 5 видов гиалуроновых кислот, еще больше увлажнения. И второе, упругость и чувство свежести. Благодаря двум функциям – уменьшение морщин и осветляющий эффект. Вот про 5 видов гиалуроновых кислот можно рассказать, что кожа имеет 5 слоев. И вот она действует на каждый из этих 5 слоев. То есть она очень глубоко проникает. Например, первое – это вот подкожный слой. Там малая макромолекула действует, да? Гиалуроновая кислота. Основное увлажнение, наполняющее кожу влагой изнутри. Второй слой кожи
это у нас там действует средняя молекула, гидроионизованный гиалурат натрия, увлажняет кожу изнутри также. Третья это дермис, уже средняя молекула, наполняет кожу влагой. Гидролизованная гиалуроновая кислота, она воздействует на дермис. То есть дермис это уже средняя часть кожи. Вот. Четвертая малая молекула захватывает влагу. Гиалурат натрия там. И пятая это уже самый глубокий слой, эпидермис. Там микромолекула воздействует. Гиалуроновая кислота 3D. Которая предотвращает испарение влаги, создавая на коже специальную пленку. Ну, в общем, все эти компоненты набора холм, они очень увлажняют, создают приятный вид. Человек еще пахнет приятно. То есть, Дорого, да. Как бы древесный, цветочный вкус, запах такой. Также эссенция повышает уверенность, улучшает водно-масляный баланс кожи. Но это лосьон. Лосьон он имеет уже более густую структуру, как крем получается. Наносишь его, и кожа сияет. В общем, я думаю, всем это, наверное, приятно будет видеть. Особенно это надо попробовать, в общем. Пока не попробуешь, не узнаешь. Благодарю за внимание.